17 лет назад в передаче «60 минут» впервые упоминался так называемый французский феномен, который заключается в том, что французы, несмотря на диету с высоким содержанием жира и высокий уровень потребления вина, гораздо реже, чем американцы, страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Большинство ученых пришли к выводу, что в вине содержится некое вещество, которое предотвращает риск развития сердечных заболеваний. И через несколько лет даже самые консервативные рекомендации в области диетологии на государственном уровне признавали, что умеренное потребление красного вина может быть полезным для здоровья. Сегодня ученые по всей стране выделили вещество в красном вине ресвератрол, которое, возможно, не только защищает сердце, но и принимаемое в очень высоких дозах может существенно повысить продолжительность жизни, предотвращая некоторые болезни, связанные со старением. Если они правы, возможно, вскоре мы будем принимать таблетки, которые позволят нам отодвинуть старость на пару десятилетий. Если эти обещания действительно выполнимы, я полагаю, что у нас будет шанс изменить всю систему здравоохранения. Доктор Вестфал утверждает, что мы вскоре сможем принимать таблетки, которые повернут вспять биологическое время, а обыкновенная пилюля отсрочит неизбежное. Наша цель – это предотвращение и предупреждение многих заболеваний, с которыми нам приходится сталкиваться, когда нам 50, 60 и 70 лет. Все в одной таблетке. Когда Саффорд спросил, может ли это омолаживающее лекарство превратить 70-летнего в 35-летнего, Вестфал ответил: «Достичь этого будет нелегко, но я полагаю, что если у нас есть поезд, который движется только в одном направлении, то мы можем замедлить его ход. Я думаю, что мы сможем притормозить гены, отвечающие за процесс старения». Эти поиски по обузданию смерти начались в 2003 году, когда Вестфал встретился с Дэвидом Синклером, биохимиком из Гарварда, который занимался исследованием генетических компонентов старения. 5 лет назад я познакомился с Дэвидом, и он показал, что может продлить срок жизни дрожжей. Это было впечатляюще. Однако дрожжи — это одно, а люди — гораздо более сложные существа, поэтому Синклер сосредоточился на гене, который присутствует практически во всех формах жизни, на гене семейства сиртуин. Обычно он находится в неактивном состоянии, но Синклер полагает, что при активации этого гена запускается механизм выживания, который продлевает жизнь. Предполагая, что что-то в природе должно активировать этот ген, Синклер проводил случайные испытания 1000 компонентов и, наконец, нашел ответ. Ресвератрол. Когда я ввел в поисковую строку Google название ресвератрол, я был поражен, что больше всего ответов содержало словосочетание «красное вино». Содержание ресвератрола в красном вине зашкаливает. Высокая концентрация этого вещества была обнаружена в шкурке винограда и его косточках. Очевидно, что оно защищает виноград от бактерий и грибков. Синклер говорит, что он был знаком с исследованиями о пользе красного вина для здоровья. Я имею в виду, что именно поэтому я едва не свалился со стула, когда зависимость была обнаружена, и я подумал, что это объясняет возможную пользу красного вина для здоровья. Убежденные в том, что они стоят на пороге крупнейшего научного открытия, Синклер и Вестфал основали исследовательскую компанию Citrus в Кембридже. Они вместе с другими передовыми биотехнологическими компаниями разработали лекарственные препараты на основе ресвератрола, которые, как они полагают, влияют на ген долголетия. Важным является не то, что мы обнаружили нечто в красном вине. Важно, что после проделанной работы мы можем выпускать лекарства на основе наших открытий и, возможно, сможем затормозить старение. Все от пластического хирурга до шарлатана, продающего лекарства от всех болезней, обещали вам билет в страну вечной молодости. Поэтому перспектива приема таблеток на основе красного вина, которые могут запустить ген долголетия, кажется вам слишком хорошей, чтобы быть правдивой. И кроме того, уже давно ученым известен еще один верный способ продления жизни – голод. Потребление большого количества пищи сокращает продолжительность жизни, диета и голодание продлевает. Был проведен эксперимент с группой макак резус, которые были ограничены в питании. В течение практически 2 десятилетий они получали на 30% меньше калорий, чем контрольная группа, которая получала полноценное питание. Эти макаки являются самым важным компонентом исследования Национального института здоровья Университета штата Висконсин, независимо от того, сможет ли низкокалорийная диета продлить им жизнь и сделать их здоровее. Чтобы сохранить стерильность, команда программы «60 минут» должна надеть специальные костюмы, чтобы посетить их в сопровождении Рики Колмана, руководителя эксперимента. Животные из контрольной группы уже приближаются к концу обычного срока жизни обезьян, около 27 лет, и основное отличие в состоянии их здоровья становится очевидным.
Обезьяны, сидящие на диете, действительно выглядят моложе, их шерсть выглядит лучше, и у них реже встречаются артриты. А обычные обезьяны, у многих из них диабет, гораздо большее количество из них болеют раком и сердечными заболеваниями. Килограмм за килограммом, говорит Колман, обезьяны с меньшим весом чувствуют себя лучше. Доктор Ричард Вайндрах, руководитель исследования, полагает, что ограничение калорийности рациона питания приводит к включению генетического кода на выживание у обезьян. Голодная жизнь, по всей видимости, длится дольше. Обезьяны, рацион питания которых ограничивается, живут дольше. 50% животных, которые получали обычное питание, уже умерли, по сравнению с 25% в группе с ограничениями в питании. Эти цифры впечатляют. Очевидно, что они говорят в пользу того, что ограничение калорийности рациона может быть чрезвычайно полезно и для человека. Кажется, это может служить доказательством этой идеи. Однако, что касается людей, придерживающихся диет, здесь все гораздо сложнее. Нет ни малейшего шанса, что мы сможем отказаться от нашей страсти к калорийной доступной еде. Мы потребляем тонны лишних калорий, однако, верите вы этому или нет, но некоторые американцы получают удовольствие от голодания. Встречайте участников общества по ограничению калорий, группу людей, которые в течение многих лет жестко ограничивают калорийность своего рациона питания. Они также участвуют в исследовании Вашингтонского университета, в ходе которого выясняется, могут ли люди достичь тех же успехов, что и обезьяны. Делает ли такое самоограничение их жизнь более здоровой и долгой? Мы присоединились к ним во время счастливого часа, который включает в себя обед из низкокалорийного супа, грецких орехов и детского питания. Пюре из зеленого горошка и цельнозернового хлеба, который венчает этот пир для блохи. На сегодняшний день участникам удалось понизить кровяное давление, похудеть и снизить риск развития таких заболеваний, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и даже рак. Более того, по свидетельству одного мужчины, голодание сделало его жену более привлекательной в сексуальном плане. Честно говоря, если бы вы видели ее без одежды, вы бы поняли, что она все еще чертовски привлекательна и выглядит гораздо моложе своего возраста. Проповедники этого общества путешествуют по всему миру с благой вестью. Голод запускает ген выживания. Возможно, они не умрут молодыми, но следование такой диете может привести к смерти от скуки. Однако, если ученые компании Citrus на правильном пути, то, возможно, мы сможем забыть о диетах и изнурительных тренировках в тренажерных залах. Одна таблетка, и вы без всякого чувства вины оказываетесь в рае для лежебок. Наши таблетки могут воспроизводить многие положительные эффекты физической активности и правильного питания. Никто не может быть здоровым и полным одновременно, говорит Сафар. Наша цель – это здоровые люди, ведущие здоровый образ жизни. Однако, если по каким-то причинам достичь этого невозможно, у нас есть таблетка, которая оказывает такой же эффект. Таблетка, которая в сущности соблюдает диету вместо вас, таблетка, которая запускает ген выживания. То, чего мы хотим достичь при помощи наших таблеток, это поместить наш организм в такие условия, чтобы он был вынужден активизировать свою защиту, причем вместо диеты мы используем таблетки. Эти таблетки представляют собой высококонцентрированный ресвератрол, виноградник для здорового образа жизни. На вопрос, сколько красного вина должен выпить человек, чтобы получить дозу ресвератрола, содержащегося в экспериментальных таблетках, Синклер ответил. У меня для вас плохие новости. Вам потребуется выпивать около 1000 бутылок красного вина в день, чего бы я вам не рекомендовал. Сами по себе таблетки не продлевают жизнь, но они могут предотвратить болезни, которые обычно сопутствуют старению, например, болезнь Альцгеймера, диабет, сердечные заболевания и даже рак. Мы ведем речь о том, чтобы активизировать естественные защитные силы организма против болезней на генном уровне. Это будет замечательно, если мы сможем обуздать их. Ресвератрол прошел испытания на мышах, и полученные результаты обнадеживают. В видеоматериалах испытаний, представленных компанией Citrus, двух мышей кормили высококалорийной пищей в течение 12 недель. Однако на беговой дорожке одна из мышей смогла пробежать дистанцию в два раза длиннее другой. Она получала высокую дозу ресвератрола.
У нас есть две мыши с избыточным весом, одна из которых получала ресвератрол. Та, которая получала ресвератрол, смогла пробежать дистанцию в два раза длиннее и жила на 20% дольше. Другие исследования показывают, что среди мышей, которые получали высококалорийную пищу, те мыши, которые принимали ресвератрол, набирали меньше вес, чем те, которые не принимали лекарства. Синклер полагает, что ресвератрол действительно меняет физиологию мышей. Их органы выглядят нетронутыми, юными, без признаков ожирения, и их физиология выглядит так, как если бы они были на диете, хотя у них был избыточный вес. Убежденные в том, что они находятся на правильном пути, они незамедлительно перешли к клиническим испытаниям на людях с неизлечимой формой диабета. Результаты впечатляли. У больных существенно понизился уровень глюкозы и инсулина, несмотря на то, что они не меняли свое питание и не принимали других лекарств. Изначально мы надеялись, что сможем проводить профилактику болезней, связанных со старением. Оказалось, что мы можем лечить пациентов с такими заболеваниями. Это было неожиданно. Да, у пациентов, больных диабетом, был высокий уровень сахара в крови, и молекулы его снижают. Это лечение, а не профилактика. В настоящее время компания Sirtris работает над созданием более эффективного синтетического аналога ресвератрола, который скоро будет допущен к клиническим испытаниям на пациентах, больных раком. Я все думаю над тем, что привыкли считать научной фантастикой. Я действительно верю в правоту биологии. Если мы окажемся правы, это будет самым важным делом в нашей жизни. Возможно. Важно не забывать, что 9 из 10 лекарств, которые показали свою эффективность на мышах, в конечном итоге не проходят клинические испытания. Кроме того, результаты и скорость, с которой они были получены компанией Sirtris, а также их таблетки ресвератрола, необычны, и Синклер надеется, что их лекарства позволят людям не только жить дольше, но дольше оставаться здоровыми. Мы говорим о возможности сделать 90-летнего таким же здоровым, как и 60-летний. 90-летний сможет играть в теннис и увидит, как его правнуки окончат колледж. Люди проживут жизнь, полную деятельности и здоровья, и затем тихо отойдут в мир иной во сне. Это является реальной целью, которой мы добиваемся с помощью этих лекарств. Смогут ли люди переступить 100-летний рубеж? Например... Но мы определенно перешли рубеж с точки зрения науки, и кто-нибудь сможет этого достичь. Если не мы, то кто-нибудь еще. Вот вопрос, ответ на который с нетерпением ждет большинство из нас. Когда мы получим эти таблетки? Я бы сказал, лет через 5, при самых осторожных прогнозах, это случится при нашей жизни. Я абсолютно в этом уверен. О потенциале этого исследования говорит тот факт, что небольшая инновационная компания господина Синклера и господина Вестфала была куплена фармацевтическим гигантом GlaxoSmithKline почти за $750 тысяч.